Героиня предыдущего нашего сюжета рассказала, что, заказав техпаспорт, не смогла его получить из-за отсутствия в Тамбов недвижимости бумаги. По словам женщины, в кабинете разгорелся нешуточный конфликт. Не получим этот документ ввиду отсутствия бумаги в этой организации. Вот, что у них очень большие проблемы с канцелярскими товарами, и что вопрос получения технического паспорта может быть очень-очень затянут. Хочу предупредить, прямо обращаться в эту организацию только с бумагой со своей. Она сказала, что я должна обратиться с жалобой в администрацию, чтобы администрация со своей стороны посодействовала в обеспечении канцелярскими товарами вот эту организацию. Как оказалось, бумага была здесь совершенно ни при чем, и разговора о ней не было вовсе. Свою версию произошедшего нам представило руководство учреждения. В техническом паспорте по предыдущей инвентаризации было указано, что стоял штамп о незаконной перепланировке и переустройстве, и там было указано, что как раз она не произведена, что было требованием постановления администрации города Тамбова. Чтобы Тагуб смог вычеркнуть штамп из техпаспорта, собственнику квартиры и заявителю, которого женщина сопровождала, посоветовали отправиться в администрацию города и получить надлежащую заверенную копию постановления. По словам представителя Тамбов недвижимости, заявители обратились не в городскую администрацию, а в долговой центр, который и выслал незаверенную копию. Заявитель, опять же, с Исоевой приехали к нам обратно и начали требовать, чтобы наш сотрудник распечатал это постановление. На что наш сотрудник сказал, что не будет этого делать, потому что не обязаны распечатывать кому-либо какие-либо постановления. Более того, даже распечатав это постановление, это опять же была бы копия, на основании которой мы не могли бы вычеркнуть этот штамп из технического паспорта. По словам Никиты Земского, ситуация была решена вне поля наших телекамер. В указанный законом 10-дневный срок, а точнее 14 февраля, заказанный технический паспорт был изготовлен и без претензий получен заявителем на руки. Павел Юрасов, Михаил Мальцев, Ольга Кириллова, «Область новостей».